обзор нового изделия, которое у нас сейчас в работе. Так, платье женщине пойдет на свадьбу к внуку. Так, вот такой нежно-голубой твилл, подрезной валан, слегка разведенный и слегка легкая сборка у нас. Хотели сделать просто валан, но решили все-таки сделать слабенькую сборочку. Так, вот рукав у нас вот такой с запахом. Вот так вот он смотрится. Сейчас пока там была у меня посадка, пока заложила, чтобы уточнить место расположения рукава, пока заложила складочки, потом буду собирать на легкую сборку, чтобы сочеталось у нас вот с валаном. Сейчас клиент придет на примерку, уточняем вырез горловины, потому что наметили, вот, как бы вырез, вот идет меловая линия. Сейчас вот это уточним. Она говорит, сначала попробуем так, вот как будет под горло сейчас смотреться. Если не понравится, будем делать все-таки фигурный вырез горловины. И отбиваем от пола опять валан. Уточняем всю длину, потому что есть провисание. Валан же вышел на косую нить, чтобы у нас нигде после стирки не было никаких изъянов. Будем все отбивать. Так что вот так. Вот такое у нас нарядное платье. Конечно, манекен у нас не по размеру, но ничего. Самое главное, у нас конечный результат. Потом выложу видео, что у нас получилось в итоге.